Новосибирцы стали реже нарушать масочный режим. Очередной рейд сегодня провели сотрудники Минтранса и полиции на вокзале Новосибирск главный. Отмечены единичные факты несоблюдения масочного режима пассажирами. В основном это вызвано тем, что пассажиры находятся в зале ожидания, ну и по сути отдыхают. Соответственно, на замечание представителей правоохранительных органов и Минтранса о необходимости одеть маску, соответственно, реагируют сразу же, поэтому каких-то конфликтных ситуаций не отмечено. Административные протоколы сегодня не составляли, как отмечают специалисты. Чаще всего нарушают предписание ношения масок пассажиры наземного общественного транспорта.